Добрый день, уважаемые друзья. Закончилось заседание парламента. Особенно актуальным сегодня, помимо, конечно, завершения войны, нашей победы, является вопрос прохождения отопительного сезона. Что беспокоит всех наших людей сегодня? Люди хотят знать, по какой цене, достаточно ли газа в стране для того, чтобы отопить жилище. И сегодня наш парламент, и мы в том числе, наша группа, поддержали выделение 12,7 миллиардов гривен на закупку газа для населения и плюс 2 миллиарда гривен еще на пополнение денег для оборудования. Считаю, что вот такие решения как раз должны быть с тем, чтобы парламент показывал, что он работает для людей, для страны, а не занимается какими-то своими политическими амбициями. Всем до новых встреч, всем оставаться живыми и здоровыми.